Разберем следующий прототип 25-й задачи с компьютерного ЕГЭ 2021 по информатике. Данные числа больше, чем 500 тысяч, найти первые 5 чисел, у которых есть делитель, не равный 8, при этом оканчивающийся на 8, при этом не являющийся самим числом 8. Типа как, чего? То есть еще раз, делитель, не являющийся самим числом. Последняя цифра должна оканчиваться, последняя цифра должна быть 8, при этом он должен быть не равен 8. Как же это так вообще сделать? На самом деле это не очень сложно. Мы начинаем от 500 тысяч и выше, то есть от 500 тысяч 1. Range запускаем, да, какой-то вот на каком-то диапазоне выше. Находим первые 5 чисел. Соответственно, сначала заводим счетчик равный 0, потом на каждом шаге увеличиваем счетчик на 1, когда найдем такое число. Как только счетчик равен 5, мы делаем break, то есть выходим из цикла. Как только счетчик равен 5, мы выходим из цикла. Соответственно, цикл можно запускать какого угодно большого размера. Теперь вопрос. Как находить делитель, не равный 8, но при этом оканчивающийся на 8? Ну, мы в курсе многократно разбирали вообще задачу поиска делителей, количества делителей, самих делителей. Мы это делали обычно внутри функции. Функция делала что? Она перебирала до числа n числа 2, 3, и так далее, корень из n, целая часть корня из n, и проверяла, верно ли, что вот это вот g перебирает вот такое множество, верно ли, что n делится на g. Остаток отделения на g равен нулю. На Паскале это n мод g, соответственно, равно нулю. Верно ли, что вот это так? Если да, то g является делителем. Прикол в том, что как только мы нашли делитель меньше либо равный корню из n, мы на самом деле автоматически нашли еще один делитель n делить на g. О чем я сейчас говорю? О том, что если взять число 18, то какие у него делители? Давайте перечислим их все. 1, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 9 и 18. Обратите внимание на то, что эти делители объединены в пары. Единичка и 18 в паре, двойка и девятка в паре, тройка и шестерка в паре. В какие пары? 1 умножить на 18 дает 18. 2 умножить на 9 дает 18. 3 умножить на 6 дает 18. Если вы нашли делитель j, то вы можете n разделить на j, и получившееся число тоже будет делителем. Например, если я нашел двойку, то 18 делить на 2 это 9. 9 является делителем 18. Если я нашел тройку, 18 делить на 3 это 6. 6 является делителем 18. У каждого числа есть парный делитель n делить на j. Соответственно, когда я ищу числа, я могу искать только до корня, потому что второе число, большее, будет найдено с помощью n делить на j. Обратите внимание, все числа 1, 2, 3 маленькие, 6, 9, 18 большие. 1, 2, 3 меньше, чем корень из n, потому что если число n раскладывается в произведение двух чисел, ну условно j на n делить на j, если это число будет больше, чем корень из n, и вдруг так нам не повезло, что второй тоже больше, чем корень из n. Но тогда их произведение, получается, корень из n на корень из n больше, чем n. Такого не может быть. Значит, хотя бы одно из них точно меньше корня из n. Значит, чтобы найти эту пару, достаточно проверить все делители меньше корня из n. Мы точно найдем хотя бы один из них. Только в этот раз это будет j, а второй делитель будет n делить на j. То есть, чтобы найти все делители, достаточно сделать проверку от двойки до корня. Единичку и само число, эту пару мы не проверяем, потому что нам не нужно само число. Делитель единицы не оканчивается на восьмерку, так что такое нас тоже не интересует. Значит, мы перебираем от двойки до корня из n и проверяем, если n делится на j, делится на j. Дальше мы что должны сделать? Мы должны, получается, проверить, что у j последняя цифра 8. Что такое последняя цифра? Это остаток отделения на 10. Если j при делении на 10 дает последнюю цифру 8, j при делении на 10, то нам такое j подходит. Если при этом j не равно 8, тогда нам подходит число n, потому что у него есть делитель, который оканчивается на 8. Соответственно, ну, например, на том же питоне я бы просто написал сразу return true, потому что такое число подходит, и вышел бы из всех циклов, из всех форов, отовсюду. То есть сразу break, да? Break мне не нужен на питоне, потому что return выкинет меня сразу из функции. Но break нужен будет мне на Паскале. Далее. Если я, соответственно, кроме j нашел еще n делить на j, то можно и его проверить. Если n делить на j, при делении на 10,
дает остаток 8. При этом n делить на j не равно 8, то можно то же самое сделать. Вот у нас есть два числа j и n делить на j, два делителя. Давайте кодик писать, получается. Давайте напишем код для этой задачи на Паскале. Что нам нужно сделать с вами? Нам нужно найти после 500 тысяч числа, у которых есть делитель с восьмеркой, но такой, чтобы это не сама восьмерка была и при этом не само число. Давайте все это запулим тоже в отдельную функцию. Создадим function, назовем ее f, например, которая на вход принимает целое число integer, а на выходе выдает boolean, то есть либо true, либо false. Beginend у функции. Соответственно, переменные какие-нибудь нам понадобятся, например, integerская g для того, чтобы перебирать делители. Запускаем. For g от двойки. До чего нам надо перебирать? Нам надо перебирать до целой части из корня, из n. Объяснялось, соответственно, в теории чуть-чуть раньше. Вот это вот делаем, beginend. И что мы должны сделать, если n делится на j? Тогда мы должны, получается, рассмотреть делитель j, а также делитель n делить на j. То есть два числа, да, n div j. Вот такие вот два числа рассмотреть. Если j при делении на 10 оканчивается на восьмерку, и при этом j не равно восьмерке, тогда это очень круто. Тогда функция f присвоена true. F это само значение функции. Если то же самое с n div j, верно? То есть вместо n div j, вместо j просто ставим n div j, mod 10 равно 8. И при этом n div j не равно восьмерке. Тогда функции f присваиваем true. Подходит. Есть такой делитель, который не равен 8. Проверять надо двойки. Ну, можно, в принципе, в этих ситуациях, в двух, поставить beginend и сразу делать break из цикла, чтобы не делать кучу лишних операций в цикле. Здесь то же самое, begin и end. А можно так не делать, пофигу. Только здесь вся разница с питоном и с C++ заключается в том, что у нас, когда мы пишем f равно true, не произошел выход из функции сразу. Поэтому она после всех брейков придет вот сюда и будет еще ждать, что сделать. Если мы здесь напишем f равно false, то она автоматически будет переделывать функцию f false вне зависимости от результатов. Поэтому здесь предлагают сделать по-другому. Сначала сделаем вид, что такое число нам не подходит. А потом, если что-то произошло, изменим f равно true, сделаем, и такое число нам теперь будет подходить. Соответственно, если мы в процессе цикла изменили значение функции f, то теперь нам такое число подходит. Ну и что осталось сделать? Давайте сами переменные для программы зададим. Нам понадобится переменная i и переменная k. Что такое k и i? K это будет счетчик таких подходящих чисел. I это будет, соответственно, итератор цикла, который от 500 тысяч 1 начнет. И до какого-нибудь огромного числа сделать, например, до миллиона. Do begin. Я думаю, что 5 чисел до миллиона там мы точно таких найдем. В итоге, если f от i равно true, то есть запустил функцию f от i, она проверила, нашла там число, которое оканчивается на 8, но при этом не равно восьмерке, при этом не равно самому числу, потому что мы j равны единичке не рассматривали и так далее. Тогда нам нужно, соответственно, это число выписать на экран. И счетчик k увеличить. То есть k равняется k плюс 1. Если при этом k стало равным 5 после увеличения, тогда надо брейкнуться из цикла, чтобы мы закончили эту работу и не делали это миллион раз, а сделали только первые 5 раз. Запустим данную программу. Вот у нас есть ответ. Что это за числа? Это числа, которые делятся на что-то, заканчивающееся на 8, но не на саму восьмерку. Давайте поймем, какие у них такие делители просто для себя. Перед тем, как делать f равное true и делать break, давайте сделаем rightln этого самого найденного делителя j. Здесь сделаем rightln этого самого найденного делителя n div j. Просто посмотрим. Запустим программу. У числа 500002 есть делитель 5618, который заканчивается на 8, не является восьмеркой. У числа 5004 есть вот такой делитель. У числа 5016 есть вот такой делитель. Ну, кстати, да, 5016 равняется 2 умножить вот на это. У числа 5018 есть вот такой делитель, 58. У каждого числа есть его делитель. Соответственно, да, мы вроде бы все правильно сделали. Нашли 5 чисел, у которых есть делитель, заканчивающийся на 8, не являющийся восьмеркой, не совпадающий с самим числом. Немножечко запутанное условие, но в целом задача не представляет ничего страшного для тех ребят, которые учились с нами прогать вместе. Подписывайся на канал, ставь лайк данному видосу, смотри в плейлист разбор КЕГЭ 2021 и будь молодцом.